Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вам ролик, который я назвал «Черная флешка. Ледниковый рейх». Давайте продолжим обзор файлов, которые я нашел на этой самой флешке. Ледниковый рейх. Вы скажете, да ладно, что ты там начнешь нам тут рассказывать? Мы все уже об этом деле знаем. Все нам уже рассказал канал РЕН-ТВ. Не, ребята, такого вы еще не видели. Я вам предлагаю посмотреть сами документы. Не то, что вам предложил канал РЕН-ТВ, а вы сами сможете, прочитав документы, сделать свои выводы. Ну и, как говорится, окунуться прям целиком в проблему. Давайте чуть-чуть вам зачитаю, а потом кое-что еще покажу. Ледниковый рейх. В распоряжении итогов оказались необычные архивные документы, проливающие свет на планы нацистов по колонизации Антарктиды. В этом году на южном континенте ожидается целое нашествие ученых. В состав уже начатой работы 54-й российской антарктической экспедиции вошли ведущие сотрудники академических институтов микробиологии, палеонтологии, геохимии и аналитической химии. Вместе с российскими учеными бок о бок будут работать 11 специалистов НАСА. Представители арктического и арктического НИИ по этому поводу говорят, что в районе так называемого Оазиса Шермахера есть озера, которые рассматриваются как прекрасный полигон для обработки технологий будущего, и в частности технологий поиска внеземных живых организмов на планетах Вселенной с помощью специальных роботов. В этом году должно возобновиться бурение озера Восток, где, как предполагают ученые, могут обитать простейшие живые существа. Случайен ли столь повышенный интерес к ледовому материку, когда специалисты разных стран, будто бы сговорившись, словно ждут от шестого континента какого-то чуда? Не исключено, что их надежды оправдаются. Только открытия могут последовать совсем иного плана. Возможно, что удастся пролить свет на одну из самых интригующих загадок недавнего прошлого. Планы нацистов по заселению Антарктиды. О том, что такие планы существовали, позволяют говорить необычные документы, оказавшиеся в распоряжении итогов. Ну и значит, можете прочитать вот этот вот тибетский след про Ананербе. Вот тут вот добровольцы как искали. Ну и значит, и так далее, и тому подобное. Это, ребята, всего лишь я вам показал один файл. Один файл из раздела. Из вот этого раздела, ребята. Ледниковый рейх. Вы можете здесь, вот видите, археологические раскопки. Пожалуйста, можете все это дело посмотреть. Так. Доклад Андропова. Литература в виде альманахов, пресс-релиз научного отдела СС Ананербе, осуществляющего свою деятельность под различным патронажем рейхсфюрер СС Генриха Гиммлера в период с 1938 по 1945. Пожалуйста, читайте. Так, что тут еще есть? Меморандум. Справка. Расчеты для планеты Земля. Пожалуйста, кто соображает, здесь, я так понял, говорится... Эх, ё-моё, выскочил из головы, как эта планета-то называется? Ну, тут она называется планета X.
Заданные параметры прохождения вокруг Солнца один раз в 3600 земных лет. Последний раз планета X проходила в 1586 году до нашей эры. Длина экватора 2 миллиона километров, в 50 раз больше Земли. Каждый четвертый цикл прохождения вокруг Солнца, то есть один раз в 14400 лет, означает гибель существующей цивилизации на Земле из-за расположения Земли в момент встречи с планетой X. Короче, читайте. Очень интересно. Так, следующее. Отчет о наблюдении НЛО. Пожалуйста. Вот такие вот есть документы. Читайте на здоровье. Так, далее. Приложение о дисколетах. Справка. О дисколетах Германии. В Германии 30-40-е годы велись активные работы по производству дискообразных летательных аппаратов, использующих нетрадиционные способы подъемной силы. Многообразие разных форм немецких летательных дисковых аппаратов следует на четыре основных типа: дископланы, вертолетные диски, самолеты с вертикальным взлетом и посадкой с поворотными и вращающимся крылом, диски-снаряды. Можете прочитать все это дело. Пожалуйста, вот вам дисколеты. Так, поехали дальше. Секретно. Председателю Комитета государственной безопасности Союза СССР, товарищу Ю.В. Андропову. Научными сотрудниками научно-исследовательского центра РОМП Института КГБ СССР в соответствии с приказом начальника института номер такой-то и указанием первого заместителя председателя КГБ Союза СССР генерала армии товарища Цвигуна от такого-то такого проведены исследования и анализ материалов научного отдела СС Аненербе Германского рейха период 1938-45. Касающиеся эволюции Солнечной системы, Земли и человечества, цикличности катастроф и так называемых Армагеддонов на Земле с целью анализа и прогнозирования возможности нарушения глобальных природных катаклизмов на территории СССР в недалеком будущем. То есть, ребята, вы понимаете, что тут написано вообще? Природных катаклизмов на территории СССР в недалеком будущем. Будущем. Так, поехали дальше. Есть, значит, вот такие вот интересные, смотрите, какой-то был документ, и он вот так вот спрятан. Понимаете, да? Ну, короче, ладно, ссылку оставляю. Смотрите на здоровье. Изучайте, подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания.